Сегодня в Архангельске состоялась 13-я отчетно-выборная конференция Межрегионального Ломоносовского фонда. Цель – подвести итоги минувшего года и выбрать правление фонда. Серьезных изменений не произошло. Президент Константин Лобанов был переизбран на следующий трехлетний срок. На сегодняшний день перед фондом открываются новые масштабные перспективы. Когда президент говорит о создании научно-образовательных центров мирового уровня, которые должны объединить производственные мощности, ученые мощности любого региона, мы говорим, у нас уже есть такая история, это Ломоносовский фонд. Именно на площадке фонда у нас идет объединение мощнейшего потенциала нашего региона, потенциала в сфере науки, потенциала в сфере производства, образования, история, культура. Кроме этого, в ходе конференции обсуждались вопросы празднования предстоящей 310-й годовщины со дня рождения Михаила Ломоносова и 300-летия Российской академии наук.